потоке серых будничных дней мы не замечаем, как проходит жизнь. Придя домой после работы, мы садимся на кожаный диван и включаем телевизор. И так изо дня в день. Но жизнь – это не тот день, что прожит, а тот, что запомнился. А многие люди даже не догадываются, что мир бывает другим, цветным, где нет пробок, загрязненного воздуха, телевизоров, где живешь настоящей, полной жизнью. Они считают нас ненормальными, но им не дано понять, что существует иной мир. Мир быстрых рек, горного воздуха и настоящей дружбы, в которой мы погружаемся. Опять на нашем траверсе безумствует весна, и битый лед сплавляет к океану. Мы ждем, когда река очнется ото сна и примет на себя катамараны. Зацепятся глаза за дальний спор порога, там надвое расколота вода. Чтоб не оборвалась удачная дорога, не надо камню подставлять борта. Сойдет на нас сот июльский теплый вечер, и в песню костра вольется шумот, и в мир далеких звезд, мерцающих как свечи, качаясь поплывет земной смолистый дым. А с утренней зарей поднимутся туманы, осыплется росой вчерашняя зола, и новые пути наметят капитаны. А пройденному мы не пожелаем зла, и будет вновь и вновь в июльский теплый вечер, и в песню костра вливаться шум воды, и в мир далеких звезд, мерцающих как свечи, качаясь будет плыть земной смолистый дым, земной смолистый дым, земной смолистый дым.
над рекой тишина. Только звон комаров где-то плещет порог. Что отложен на завтра, гаснут угли костра. Дремлет белая ночь, а ребята все спят. Разбредясь по палаткам, спят суда, словно стая разноцветных китов, отработав по полной все точки маршрута. Завтра снова на сплав, и не скажет никто, для чего и зачем это нужно кому-то. Кто объяснит, почему и зачем люди так часто бродят по свету, и почему мы все время бежим из суеты городов в эту реку, туда, где нет связи, удобств и людей, и можно надеяться только на друга. Тут каждый становится духом сильней, готовым подставить плечо или руку. После точки опять станем разными мы, педагоги, врачи, бизнесмены и дети. Но сегодня командой быть единой должны, и поэтому мы друг за друга в ответе. Так докажем себе, что нельзя уставать, что нельзя расслабляться, потому что мы вместе. Это в жизни не раз пригодится, друзья. Так познаем себя без гордыни и лести. Кто объяснит, почему и зачем люди так часто бродят по свету, и почему мы все время бежим из суеты городов в эту реку, туда, где нет связи, удобств и людей, и можно надеяться только на друга. Тут каждый становится духом сильнее, готовым подставить.